Так, ну, дубль два. Вот там, видишь, сзади я подписала, это открыточка. Ну, можно на браслет? Вот почитай там, что за ним. А для чего это вообще интересно? Ну, это подвеска, ну, подвеска. Да у меня такая тебе есть, сейчас опорусь тебе еще. Шоколадка. Так, да, шоколадка. Нет. Почему им понравились подарки? От облысения это ей удалось. Можно подумать, что 125 лет тебе. Вот, ей всего 25. Ну-ка, давай ройся дальше. Да, она подчеркнула, что тебе что-то... Ну-ка, что там? Это колготуши. Блокнот с ручкой. Блокнот с ручкой для девочек, такая милота. Хватит слова такие говорить. Колготки, да. Слова такие, таких нет слов. Ну нет слов, манёне тоже нет слов. В русском языке есть слово «мила». Это вкусняшки, это на квартирник принесли, я тебе заначала. Это ручка, смотри на мир с любовью. В этом... Вкусняшки. В красном-белом они продаются дорогущие. Ну, наверное, это принесли мужики, незнакомые. Ой, мне. Не это что такое? Это вкусняшки. Ореху. Ага, там, наверное, тут список где, Света? Это для мамы, чтобы читай. Вот это называется «Зеркало поцелуй». Но тут не написано «поцелуй», на ценнике было написано. Она железненькая, вот посмотри, вытащи-ка. То есть она не стеклянная. В общем, все сплошная «Е». Да, оно не разобьется, в общем. К облысению «Е» как раз очень полезно. Сначала снег, вот смотри, какая хорошенькая. Понравилось? Смотри, мам, какое зеркальце. Видишь, какое милое. Съела торт? Съела конфеты. Вот понюхай, понюхай. Волосы вот. Вылезли, да, ничего не вылезли. Ну ладно. Дай я посмотрю. Да, вот понюхай этот. Тут вот где шов пахнет. Вот, это что такое? Это вкусное мыло. Оно пахнет так тоненько. Это мимозой, что ли? Оно чем-то там состав, вот надо прочитать, там да. Не мимоза. А, Света, слушай. А почему тут мимоза нарисована? Ну тут нарисовано. На самом деле состав вот он там такой. Ты мне дарила это? Я сегодня первый раз попробовала, Светуля. Лаванда. Вот это забери. Там кокос, я кокос не выношу. Кокос он у нас. Ну вообще. В общем, там состав. Ну, в общем, лаванда. Подарок понравился, я смотрю. Ромашка, роза. Лаванда, роза, ромашка и магнолия. Ну и вкусно так пахнет тоненько, как будто мимозой, да? А на самом деле там ее нет. Да. Ну, в общем, всякие интересности. На самом деле там Е. А это просто носки. Загар. Это носки. А, тоже, это как колготки, это загар. Колготка. Так, колготки. Дай посмотреть. Тут Е нету? Тут Е нету, да. Жалко. Вот свет для тебя. Да. В общем, куча всяких этих. А мешков много, чтобы кружка не разбилась. И мешочек. Да, ей надо будет нести розу, и тебе надо будет нести розу. Ну да, можно в мешочке. Думаю, мешки пригодятся в хозяйстве. Они всегда пригождаются. В общем, пошуршали мешочки. Это вообще, вот это удалось. Так да. Это на 1 апреля дарить, это вообще. Пошуршали.